Казахстан приблизился к списку развитых стран. Сегодня в Министерстве по инвестициям и развитию объявили о начале второго обзора инвестиционной политики. Если все условия будут соблюдены, наша страна будет иметь статус постоянного наблюдателя сразу в четырех комитетах Организации экономического сотрудничества и развития. Напомню, ОЭСР – это клуб богатейших стран мира, куда входят более 30 ведущих государств. Это его задача – содействовать мировому экономическому росту. Вступить в эту организацию Казахстан решил 4 года назад. Тогда эксперты ОЭСР провели первый обзор рынка страны и дали 12 рекомендаций для улучшения инвест-климата. Справившись с поставленной задачей, Казахстан приступил ко второму этапу. Второй отчет позволит показать инвесторам, что страна динамично реформируется. То есть был первый отчет в 2012 году, в 2016 году мы надеемся утвердить второй, и мы надеемся продемонстрировать инвесторам существенный прогресс, в том числе в рамках реализации 5 институциональных реформ и 100 конкретных шагов. Ваше правительство поставило большую цель – диверсифицировать экономику, и мы постараемся понять, как можно будет улучшить инвест-климат для достижения поставленной цели. Я уверен, что будет очень много хороших новостей о Казахстане, которые будут в нашем отчете.